Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Господарки шести районов Гомельской области завершились обу цибули. По оценках специалистов, отповедные работы сёлета проводятся у оптимальные агротехничные термины. Зараз у регионе выращиванием этой культуры занимаются каля 40 сельскохозяйственных предприятий, которые не только полностью задовольняют потребы в области, але и поставляют частку цибули на экспорт. Одночасово господарки в области протягиваются обу яровых. Зараз они занимают амаль 270 тысяч гектаров. Ці 48% до плану, затвердженого Гомельским облвыканкамом. На 17% выполнено задание по сеубе кукурузы у лидерах Ветковский и Мазырский районы. З метой организации конструктивного диалога помеж жихарами вёсок и представниками улады у Сашовьевском сельсовете Речицкого района отбылся День депутата. У Великой зале сельсовета собрались депутаты разных узровней, керовники мясовых предприемств. Запросили до уделу и наших корреспондентов. Прием громадян проходит у звычайным рабочим парадку. Проблемы сельских жихаров мают свою специфику, однако назвать их меньше значными, чем у города, нельга. Хтось просит отремонтовать забор, инших цікавить змены руху громадского транспорта. То, что если возможно сделать, значит, нужно приложить все усилия для того, чтобы это сделать. Если те, которые действительно решить возможно на месте, то же самое или градирование, или уличное освещение, или телефонная связь. В последнее время и по телевидению есть у нас некоторые сбои были. Почему бы сразу не выходить, не решать и устранять эти причины на корню? День депутата – мероприемство разноплановое, якое не обмежевывается только приемом громадян. Программа включает демонстрацию работы по добропорядкованию населенных пунктов. Присутные накировываются заглядом на улицу Дружбы. Местовые жихары завсёды подтримливают идеальный парадок на всей сумежной территории. Навод организовали конкурс на самый упрыгоженный подъезд. Переможца не отримливая никакой грошовой премии, споборництва выключно на интерес. Это традиции, которые были на нашем предприятии «Гомельтранснефть Дружба», не только на нашем филиале, а на всех филиалах. Везде у нас были в свое время жилые поселки, которые на данный момент переданы под ЖКХ. И, в принципе, они все были в идеальном состоянии. Были традиции по их уборке, были традиции по их обслуживанию. Приучали мы жильцов. Ну, скажем так, немножко проще их было приучать, потому что это, в первую очередь, наши работники и наши пенсионеры. Каждый удельник проведенного дня депутата должен отримать певный опыт для дальнейшей работы. В первую очередь это касается приема громадян. Депутат должен все проблемные вопросы решать исключительно на месте. И только в редких случаях звертаться с допомогой до керовников высшего уровня. В каждом населенном пункте есть свой депутат, есть свой помощник. И если мы будем доходить до каждого жителя, просто подойти и спросить, как твое настроение, как твое здоровье, какие тебе волнуют вопросы, проблемы не только у тебя, а вообще в населенном пункте. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» из Речицкого района. Центр допомоги пациентам с онкологическими захворваниями «Меридиан Надеи» провел у Гомеля круглый стол «Онкодопомога. Старт». У встречи приняли удел представники Галин Аховы здоровья и социальной аховы, керовники предприемств и организаций, а так само журналисты. Темой для обмеркования стало питание реабилитации женщин с диагнозом рак молочной залозы. Штогод у регионе с этим захворванием сутыкается около 500 женщин. Его основная причина не выявлена. Медики визначають как социальные, так и генетические факторы, а так само поскорный темп сучасного життя и стресс. Меридиан Надеи – это не коммерческое объединение, закликанное допомогти людям, которые сутыкнулись с хворобой. Мы здесь собрались для того, чтобы рассказать массам о том, что есть такая организация, которая помогает пациентам с заболеванием рак, оказывает психологическую поддержку врачам по эмоциональному выгоранию, которые работают с этими пациентами, для того, чтобы привлечь внимание общественности, чтобы как можно больше волонтеров пришли к нам и также помогали осуществлять эту волонтерскую деятельность. Меридиан Надеи стал первым центром онкодопомоги у республики. Заснований он был 2 года тому Алиной Зайцевой. Поводле ее слов, основу будущего центра поклали вечерние встречи женщин с диагнозом за чашкой горбаты и разговорами, как жить далее. После Алина начала притягивать людей, которые сутыкнулись с захворванием, поспехово его переодолели и теперь могут допомогти тем, кто только доведался про свой диагноз. Женщины приносили у палаты пациенткам садовину, разговаривали с ними, раили, что необходимо делать, как перемогти хворобу.
жадающих допомогчи хворым становилось больше, что подштурхнуло Алену створить центр допомоги. Зараз ее налічвае каля 30 волонтеров. Сярод их студенты, урачи, журналисты, люди, неабыяковые до чужой беды. Яны стараются оказать усебаковую допомогу тым, кто мае потребу. С хворыми жанчынами работают волонтеры-психологи и аниматоры. Жанчыны наведывают ЛФК. С ими працуют стилисты и консультанты по здоровым харчаваниям. У центра заўсёды есть место для творчести и натхнения. Это колоссальная разница. Люди преображаются как внешне, так и внутренне. Их жизнь кардинально меняется. И более того, потом эти люди вместе с нами ходят в онкологический диспансер и делятся своим опытом с другими женщинами, что очень важно, потому что люди видят реальный пример, что это реально, и онкология – это излечимое заболевание, а не смертельное, как принято в обществе. Ближайший проект, который скоро запустится, мы надеемся, что в ближайшем будущем, будет посвящен реабилитации совершенно уникальными способами, при помощи барабанов, там-тамов африканских, при помощи всяких звуковых там дуделок, шумелок, бубнов. То есть мы всякие методики уникальные придумываем, очень интересные. И ждем просто интересных людей. Приходите, пожалуйста. Ольга Славіна, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается Сусветный день книг и авторского права. Он заснованный в 1995 году у Парижа на Генеральной конференции ЮНЕСКО. До речи, тады ж заснована и премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов толерантности у дитячей и юнацкой литературы. Сусветный день книг закликает всех, и особливо молодь, находить задовольнение у читания и шановать тех, кто своей творчестью содейничает социальному и культурному прогрессу человечества. У Гомельской городской библиотеки Мягірцына до этого дня примерковали открытие выставы живопису и поэзии молодой мастачки Эльги Поповой. Талиновитая уродженка Витебской области працуе у техницы живопису алеем. Ее работы наполнены добрынёй и любовью. На каждом полотне намаляваны человеки, частей за все это жыццярадасная рудоволосая дзяўчына або такі ж сонечный хлопчик. А вокруг героя указочные живёлы и суцельное чараўніцтва. За автором работ Эльги Поповой можно будет встретиться 14 мая. У этот день гостей чекает как знакомство с работами мастачки, так и с ее авторскими вершами. Атмосферу свята допоможе створить белорусский композитор и выконавца авторской музыки Иван Солос. Музыкант выконает для гостей несколько композиций на кельтской арфе. После протяглого перапынку свои двери для аматоров классической музыки открыл музычный салон Гомельского областного драматичного театра. Программа мероприемства будет включать выступления ведомых инструментальных коллективов, а так само мясовых вокалистов. На одной из первых встреч побывала наш корреспондент Катерина Жданович. Музычная семья Дудко – давние сябры Гомельского областного драмтеатра. Тому менавіта им доверили распачать новый цикл концертов у обновленном музычном салоне. Вокал за Олегом, его сын Глеб – партия фортепиано. Недавно они начали выступать семейным тандемом. Концерт «Русские и итальянские романсы» для дуэта Дудко стал новым этапом их творчести. Всю свою жизнь я не просто занимаюсь на фортепиано, а всю свою жизнь я аккомпанирую вот этому человеку. То есть он уже подучился играть немножко, я смотрю, что уже пора его приобщать. И первая у нас была серьезная работа, подготовка к конкурсу, московскому открытому конкурсу, это как международный «Романсиада без границ». Он довольно известный, Преображенская Галина Сергеевна проводит его. И мы там стали лауреатами. У творчей скарбонцы семьи музыкантов перемогу в международном конкурсе русского романса имя Изабеллы Юрьевой, лауреатство на фестивале национальных культур, первая премия конкурсу вокалистов имя Александровской. И это далеко не полный перелик перемогу в классичном жанре. Они уникальны тем, что это отец и сын, они абсолютно равноправны в своем творчестве, они друг друга удивительно дополняют. Олег – это прекрасный голос, прекрасный вокал, а Глеб – это организация, это структурирование. Иногда кажется, что Глеб ведет за собой своего папу. Такие встречи в музычном салоне драмтеатра плануется сделать доброй традицией. Два раза в месяц слухачи и глядачи смогут увидеть как дорослые, так и дитячие программы. Катерина Жданович, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Футбольный студентский международный турнир Кубок Героев Чернобыля сёлета упершиню отбудется у Беларуси. По узгоднении с Россией, Украиной и Молдовой местом его проведения обраны Гомель. Олег Сенцеров потекавился ходом подрыхтовки и программой споборництвов.
Команды удельниц отберутся у Гомеля в ближайшую неделю. Правда, гульню у этот день не будем. 26 красавика, день Чернобыльской трагедии, а тому практически одразу после приезда представники Беларуси, России, Украины и Молдовы накируются у Брагин, где на мемориальном комплексе ахвярам трагедии отбудется реквием памяти. Мы откроем это мероприятие с митинга памяти, который пройдет в Брагине, и всех наших гостей, представителей Российской Федерации, Украины, Республики Молдова. Мы в первый день, конечно, свозим на этот мемориальный комплекс, который в Брагине расположен. Ну, а уже с 27 числа начнутся сами матчевые встречи. Идея проведения Кубка Героев Чернобыля належит украинскому боку. А тому первые гульни турнира отбылись у Курсовику 2011 года у Киевской области. Об узровне сёлетнего турнира можно мерковать по списке его организаторов. Министерство эдукации Республики Беларусь, Гомельский АБВКНКам, Белорусская Федерация Футболу, Международный студентский футбольный союз, Национальная студентская футбольная лига России, Всеукраинская футбольная ассоциация студентов. Беларусь на турнире представить сборная Гомельского державного университета. У ее складе головным чином футболисты команды Гомель, которые научаются во установе. Отповедные домовленности с тренерами команды уже достигнуты. Сёлетний турнир юбилейный, пятый по лику. Наша краина до удела у им долучилась у минулом годе. Тады ее так само представляла студентская сборная ГДУ, а тому певный опыт уже есть. Уровень достаточно высокий. Команды все играющие, обладающие интересными футболистами. То есть мы в упорной борьбе заняли третье место. Учитывая то, что команда была сформирована в кратчайшие сроки, я считаю, это было достаточно хорошим результатом. Как чекается, все матчи студентского международного турнира по футболу Кубок Героев Чернобыля будут в режиме реального часа транслироваться по интернете. Местом проведения споборництв обраны стадион 8-й Гомельской спортивной дитячо-юнацкой школы Олимпийского резерву. Першими ось на это поле выйдут команды Беларуси и Молдовы. Початок гульни 27 красавика у 11:00. На наступный день мы сустракаемся за россиянами, 29-го с украинцами. Задача одна – только первое место. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». І на гэтым наш ранішні выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Добрых вам навінаў і да новых сустрэч у ефіры.